В поселке Депутатский новые звонницы. Для их установки в православном храме жители и спонсоры внесли свои средства. В честь знаменательного события состоялась торжественная литургия. Подробности у Туяры Семеновой. Для жителей поселка Депутатский православный храм в честь святого Сергия Радонежского имеет большое духовное значение. Прихожане и жители поселка на собственные средства и на средства меценатов установили новые звонницы. Торжественную литургию освящение звонниц провел священник Якутской епархии Александр Воронов. В поселке Депутатском знаменательное событие. Мы освятили новые колокола и звонницу, сооруженную усердием местных жителей. Этот сбор средств для звонницы был действительно всенародным. Жители поселка собирали деньги для того, чтобы приобрести колокола. Они были заказаны из города Москвы. И сегодня мы уже завершенную, построенную звонницу новую осветили вместе с колоколами. Слава Богу, слава Тебе, Господи, за то, что теперь у нас будет своя звонница. Теперь еще прошу всех, кто может, собирать на большой колокол. Звонницы храма в честь святого Сергия Радонежского будут своими чудными звонами приглашать прихожан и жителей поселка Депутатский на службы храма и на божественную литургию по большим православным праздникам. Туяра Семенова, НВК Саха, поселок Депутатский.